LG Velvet впервые можно увидеть вживую. Я уже делал ролик про него, который можно посмотреть в подсказке. В кадре настоящий смартфон, который продается в Корее. Одно из фото была распечатка характеристик смартфона, на которой вскрылись новые подробности. Первое, на что можно обратить внимание, это OLED-экран с не сильно загнутыми краями. У смартфона есть одна селфи-камера, она находится в V-образном вырезе. Новый фирменный цвет Aurora Grey выглядит ярко. Стоит отметить, он не похож на серый у модели Galaxy S20, оттенок более темный. Также он не похож на матовый градиент, как у смартфонов Huawei P40, больше всего он напоминает Mi 10. Ранее на рендерах этого не было показано. А вот белый получил небольшой градиент, который напоминает Samsung, он глазу приятен. Устройство на фотографиях имеет 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной, с поддержкой карт памяти microSD объемом до 2 терабайт, что нам не было известно раньше. В будущем появится и вторая версия памяти, вероятно 8256. Распечатка также подтверждает, что смартфон будет поддерживать запись видео в режиме ASMR, а камера получит новую стабилизацию.